Индустриализация в стране набирает темпы. Множится число производств и предприятий, где трудятся мастера своего дела. Это труд не на словах, а на деле. Великая идея, высокая квалификация, достойный заработок. Каждая специальность – это целый мир. И о каждой наша съемочная группа расскажет свою историю. Уважаемые гости, трамвай кафе отправляется. Это транспорт повышенной опасности в связи с тем, что у нас много вольт подается на вагон. А так, в принципе, одна педаль, ну, в принципе, можно сравнить с автомобилем коробкой-автомат. При вождении, в принципе, трудностей никаких, но то, что слишком много внимания нужно уделять, потому что везде, повсюду. Могут быть и люди, во-первых, и автомобили. Все постоянно куда-то торопятся, куда-то спешат. И трамвай, в общем, не сильно хорошо все замечают. Водителем трамвая я работаю более 2 лет. 30 января будет как 3 года уже, как я работаю в 2016 году вот, на этом транспортном средстве. Обучались мы 3,5 месяца, плюс стажировка около 2 месяцев. И вот после 5 месяцев примерно мы вышли уже готовыми водителями на линию. Наш трамвай-кафе приезжает на вокзал к 7 часам вечера и совершает ровно 3 рейса. В 7, в 9 и в 11 вечера мы выезжаем. Едем сначала мы 2 круга по 1 мая, затем по Кутузову, то есть по первомайской пятерке, как мы ее так называем, водители. 2 круга с одной остановкой на вокзале, но во время этой остановки пассажиры, то есть и гости также не могут к нам сесть. Затем в 9 часов мы сюда приезжаем, берем новых людей, новых гостей. И дальше в 11 часов, в 7 часов мы едем на Усольский маршрут, на Усольский микрорайон. Там туда приезжаем, там стоим, отдыхаем. И затем опять снова сюда приезжаем. Один рейс составляет у нас 2 часа. Затем мы едем на дачный. На дачный мы приезжаем, и уже с дачного вагон заезжает в депо. На конечных остановках водитель трамвая по должностной инструкции обязан обойти вагон и осмотреть все сверху донизу, как говорится, осмотреть тележки, осмотреть токоприемник, кузов и все тому подобное. Трамвай он уже катается с 13 августа, получается, постоянно много очень уже клиентов, гостей у нас побывало. В детстве вообще, я даже как-то сейчас не помню, но у меня мама здесь в детстве работала, когда я совсем маленькая была. И я все время ей говорила, что «мама, я хочу быть водителем трамвая». И вот в итоге это было, когда мне было 5 лет. И вот через 20 лет эта мечта исполнилась. Труд – это само собой важен. Как хорошая пословица «без труда не выловишь и рыбку из пруда». То есть ты должен трудиться для того, чтобы ты мог прокормить себя, свою семью. И вообще позволить себе что-либо, что ты хочешь.